станет для вас такая, как для веры. Она обязательно будет. Смерти нет. Христос воскрес. Через неделю вас воскресенье. А как? Оживёте, да? А то, что он воскрес, значит, и вы, и мы воскреснем. И я, и вы. И одни пойдут в муку вечную, а другие в жизнь вечную. Ну что? Да, выбирай. Выбери жизнь. Книжку пойдешь в рай сразу. Нет, ее надо прочитать, поверить и исполнить. А это тяжело. Потому что легион бесов внутри сидит. Их надо сначала постом и молитвой душить, чтобы просто быть сердце. Потом, может быть, они выйдут. Сердце займет занять духом святым. Добрые дела не обязательно. Православный сердце. У вас Евангелие крупный шрифт есть такое? Смотрите, крупный шрифт для слабовидящих. Это православное издание. Есть такая же? А интернет у вас есть? У дочки, а дочка верующая. А вот вы можете ей передать. Это очень хороший православный библейский сайт. Там и Библия начитана, архипелаг ГУЛАГ, жития святых. Ну, форум православный, видеоканал. Вот. А вы в церковь-то ходите? Когда не болеете. Вы молитесь, да? А вы знаете, что за праздник сегодня? Нет, не Вознесение. Читали. Ну о чем сегодня читали? Вспоминайте. Начисленные. Читала я. Нет, перепутали вы маленько. Вот смотрите, Рождество когда было? 7 января. А вот 9 месяцев назад отсчитать, женщина беременна, 9 месяцев ходит. Какое число получается? 7 апреля. Сегодня что у нас? Подождите, а сегодня какой? 7 апреля сегодня. Нет. Какой вот я вам говорю, я пытаюсь вас на мысль-то на это натолкнуть. Женщина сколько беременна? 9 месяцев. А 7 января, 9 месяцев назад, как раз сегодня попадем. Значит, что за праздник-то? Сообразите. Вы родились, допустим, 7 января. А 7 апреля что было за 9 месяцев? В утробе вы образовались. Так? Ну, так и Христос. Христос воскрес? Нет. Да не воскрес. Благовещение. Благая весть. Ангел Богородицы сказал, что она в очереве. Постиралась. Я говорю, ты что сегодня Благовещение? Ну вот вы даже стирать-то ничего не знаете. Как правило. Забыли. Благовещение. Что за благая весть? Что ангел сказал Богородице, что она зачнет от Духа Святого и родится сын, нарекут его Иммануил, что значит с нами Бог. Ну, а где он, Господи? Бога. Здравствуйте. Мы вот Евангелие раздаем по благословению патриарха. Крупный шрифт. У вас есть такое? Вы верующие, нет? Отца Александра, знаете? Верующие. Вот он в нашей церкви, отец Александр. Вот он пришел здесь в них, посмотрел на меня и говорит, вот я вам дарю. Вот. И такая толстая, да. Вот. Прямо сюда сам пришел. Прямо сюда и подписал от отца Александра. Благослови его, Господи. А он говорит, с благословением. От отца Александра. Подпись, да, то вон свидетели. А вот это, смотрите, подпись какая. По благословению. Читаете, нет? Святейшего патриарха. О как? А что это стоит? А это бесплатно. Святой Евангелие бесплатно раздает. Миссионеры закупили. И теперь вот Дух Святой побудил, и они хотят, чтобы... Ну вот в этой Библии, вот, как бы вот... Я сейчас играла в больнице и читаю. Вот смотрите, вот когда открываешь,
там вот так вот. Вот так вот притянуло. Да. Вот так вот. Да. Да. Вот это мелко. Мелко. Мелко, и читать очень неудобно. А здесь часть Библии. Не вся Библия, а просто Евангелие. Это от Матфея. От там Матфея. Же от многих там. Да, да, да. Библии там много. Да, да. Там Матфея, Луки, да, там Ветхий Завет. А это просто четыре Евангелия. Матфея, Марка, Лука и Иоанна. И очень крупно, удобно читать для тех, кто... Ну, если можно, самое... Ну, подпишите мне. Так это ж что подписать-то? Это там подписано от отца Кирилла Патриарха. Какая еще подпись? Да? Благослови нас. Да. Вы читайте. Пусть будем жить в праве. Вот здесь есть. А что они у тебя без этих? Ничего. Последняя пачка осталась. Последняя пачка осталась. Вот здесь вот мой телефон. Вот детский православный лагерь. Если у вас внуки есть, вот, нет, можете к нам. У меня внуки, внуки все взрослые и добропорядочные люди. Еще нет правнуков. Ну, правнуки. Ну, это дай-то Бог, что они добропорядочные. Нет, единственное, люди. Что вот сейчас я лежала с бабушкой, а у меня и внуки находятся в детском доме. Какой-то тут у нас в городе. И вы знаете, в бедственном положении ребятишки. Она лежала со мной две недели ребята. Говорит, им уже по 18 лет, их как бы выпустили. Они квартиры ничем не обеспечены, и они ходят по городу, скитаются. Из детского дома? Да. Я вот сейчас с аппаратом клиентам, у меня есть вещи, да? Я говорю, на, ради бога, отдай этим детям. Она говорит, вот ты знаешь, мне придется там начнуть. Их не обеспечили ничем. И сказали, подыскивайте себе жилье. А мы вам, значит, самое, сколько там денег дадим. А что подыщешь сейчас? Вы же понимаете. Сейчас жилье, да, арендовать-то. Они, да, они связались сейчас с молодежным центром. В этом полосе центр. И вот ребята с этим молодежным центром. Как вы, там целая группа, там не три пацана, а много. Вот жалко-то где. Ведь пойдут по наклонным. Ну, пойдут, если к Богу не обратятся. Поэтому вот мы и распространяем. Вот сейчас вот молодежь стояла, вон двое. Один взял, а второй нет. Я говорю, выбери жизнь, ад или рай. Улыбается. У нас вот тут вот Таня тоже петушками назвала. Как же вы звали, Господи? Как же вы звали? Вот, ну, у нас вот тут с бабушкой есть, петушками. Он говорит, знаешь, я только через Бога пришел. Я, говорит, был оторван в жизни. Как? А сейчас, говорит, я своим трудом зарабатываю. И благодаря чтению Библии, наверное, да, это получилось? Ну, он кончил, окончал семинарию. Кончил семинарию и остался верующим. И он где-то он служит. Рассказывает, батюшка Библии дарит. Закончил семинарию, честным трудом зарабатывает. Ну, прям... Чудеса дают. Ребята, ну вот он спросите любого. Не, я верующий, знает. Я верю. Я вам что буду говорить лишнее. Возьмите. Даром дарит. Вот здесь вот телефоны есть. Можете позвонить, прийти на занятия по изучению Библии. Библейский кружок православный. Спасибо. Изучаем Слово спасибо. Божье. Как не попасть в ад? С праздником Благовестия. С праздником Благовестия! У нас Евангелие есть, благословение Патриарха Кирилла, мы раздаем бесплатно. Крупный шрифт для пенсионеров. Ну, ладно, давайте что. Что, а будете читать? Ну, а будем. А исполнять? Может, православные исполнять, да? А это ну, православные. А это у нас есть интернет, сайт здесь. Здесь можно слушать, не только читать. Интернет мы не понимаем. Но дети не понимают. Да, понимают. Дети-то верующие. Да, дети. Ну, дети. Ну, за детей не ручаем. Вот детям вот дайте. Пусть они заходят, может, удастся уверуют и будут порядочными людьми. И в рай попадут. Спасибо. Да слава тебе. Они знают. Слава Иисусу Христу надо. Слава говорить. Иисусу Христу. Вот так. Вот он. Аллилуйя. Мы потеряем, мы тормозные. Вы тормозные. Да. Чтобы вам тормозными не быть, вы вот тут вот мой телефон, детский православный лагерь. Звоните. Я вас разбужу. Хорошо. Может быть.